Ребятки, всем привет! Вот вы на канале Рыбалка Виноградик. И находимся вот на таком прекрасном озере. Опять отправились половить карасика. Погодка, кстати, классненькая. Вот здесь видно. Солнышко светит, тучки. Облачка, точнее, небольшие. Вот мы опять с Костей. Он на лодочке вот тут сидит. Там находится лодочка. Ну, мужичок какой-то он. По ту сторону, если приглядеться, вон нива такая стоит. Беленькая. Вроде нива. Точно не вижу отсюда. В общем, клёво нет. Пробовал ловить и на червяка, и на мотыля. Опарыш. Красный опарыш. И комбинирует. Делает бутерброды туда-сюда. Дальше, ближе, в разные поводки. Ну, нету. Два тычка всего лишь увидел. Вот, кстати, еще ветерок поддувает. Вот два тычка увидел. И тишина. Ну, сейчас думаю, перебираться надо на местное озеро. Вот, городское. Пойду попробую половить подлещиков да плотвичку. Так что всем прекрасных выходных. Скоро увидимся. Всем пока.